Вы знаете, я вам могу сказать, что это просто, ну вот, какая-то сотая или там тысячная часть того всего, что происходит в нас. Очень много происходит чудес по молитвам матушки Арсении, у ее камушка. Очень много людей получают помощь и исцеление, и помощи такие, что приезжают сюда не только... Приезжают сюда люди, которым уже закрыты двери, допустим, в больницу, которым развели руки врачи, все уже больше. И вот они приезжают сюда, молятся, как бы самая последняя надежда вот, на Бога по молитвам матушки Арсении. Очень много чудес, конечно, у нас, мы не все фиксируем как правильно, потому что, знаете, как, не всегда так получается, что там вот все надо документально. Но вот для канонизации матушки Арсении мы подобрали некоторые материалы, которые связаны именно документально, что до момента приезда в монастырь были опухоли, вот, люди не могли по несколько лет рожать детей, а приехавши сюда в монастырь, они помолились, попросили помощи Божьей, уезжают, и у них все устраивается. И сегодня это человек, профессор, она заслуженный врач России, ну как бы там много читали их, ее, как он считается, послужный список такой, вот, титульный. Вот, очень человек грамотный, и она подобрала несколько случаев, которые просто документально. Вот, была такая-то болезнь, приехали здесь, помолились, и все прошло. У нас очень много таких людей, очень много, но, к сожалению, не все мы делаем. Ну, тут, конечно, разные. Ну, знаете как, люди, у каждого своя дорога к Богу. И... Значит, не пришло еще их время. Они это видят, они как бы Господь готовит их. Вот готовит. Вот они это видят все. Но, конечно, когда Господь вот апостолов позвал, сказал, бросьте сети и последуйте за мной. Конечно, Он награждает такой благодатью, что тут понятное дело, что они стали первоверховные апостолы. А когда человек еще остается со своим мнением, какими-то убеждениями, что-то, конечно, ему тяжелее. Но если Господь избрал такого человека, то все равно, рано или поздно, но он придет к Богу. Может, разными страданиями, болезнями, для того, чтобы все-таки осознать, что да, действительно, это Господь, это Его сила, это помощь. Но, к сожалению, это не еще есть. Thank you.